частичку благодатного огня настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец вручает лучшим представителям студенческой молодежи. В Белгороде отметили студенческую Пасху. Среди почетных гостей – представители администрации и духовенства, преподаватели, руководители и студенты вузов и СУЗов. Каждое учебное заведение представило свою праздничную экспозицию с куличами, расписными яйцами и изделиями декоративно-прикладного искусства. Известно, что празднование Пасхи длится 40 дней. Я хотел бы пожелать всем вам, уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники вузов, всем нам, чтобы все эти 40 дней были озарены светом Христовым, чтобы они были наполнены добрыми делами, которые бы принесли пользу всем тем, кто в этом нуждается. Чтобы в ходе тех мероприятий, которые вы будете продолжать проводить, вы стали еще более духовно богаче и нравственнее совершенствованнее. С праздником студенческой Пасхи, дорогие друзья! Христос воскресе! Пасха знаменует воскресение Иисуса Христа после распятия, победу жизни над смертью, торжество духа над плотью. Главный христианский праздник отметили в этом году в последнее воскресенье апреля. Традиция празднования студенческой Пасхи зародилась несколько десятилетий назад. НИУ БелГУ уже не первый год становится площадкой проведения областного праздника, на котором освящают пасхальные куличи. Особую праздничную атмосферу создали творческие коллективы вузов и СУЗов, участники пасхальных торжеств.